Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что, у нас турнир закончился, как ты видишь, и забираем свои награды. Ага, сюрикены, армагон, осколки. И вот они, ребятушки, самые главные наши осколочки, платиновые. Сразу же бежим вот сюда, ищем. Может быть, взять да прикольнуться, качнуть мутагеноида? Нет, конечно же нет, ребят. Если мы решили прокачивать нашего пиццелицева, где он, кстати? Пиццелицей, ау. Куда он спрятался-то, эй? Так, подожди, у него же... Вот он, родной мой, хе-хей. Эх, пиццелицей. Так, а у меня всего хватает-то хоть? Ну да, всего хватает. Вот он, ребятушки, пиццелицей. Прокачивается до платинового ранга. Я ему сразу повышу уровень по этому поводу. Все, великолепно. Дальше идем в магазин, открываем бесплатно пак, забираем наши награды. Выпадает нам мутагеноид. Заданий, как ты понимаешь, нет. И единственное, что у нас осталось, это, конечно же, арена. Фух, ну что, надеюсь, повезет. Откат буквально, ребята, был на моих часах 12 минут, 3 часа 12 минут. То есть 12 минут он произошел где-то так. Я немножко не успел, потому что я думал, лягу спать, кимарну, но что-то мне не лежалось, ворочался. И думаю, фиг с ним. Все равно не спится, попробую немножечко порубиться. Ну и вот мы играем. Так, ну понятное дело, здесь этих сразу просто охламонов в щепки разнесли. И двигаемся дальше. И переходим с тобой, ну конечно же, воин 2 звезды, позиция 67-я. И ищем... Подожди, куда ты? Что ты делаешь, радость моя? Что ты делаешь? Я хочу найти... Вот, один... Блин, вот есть такое дело. Так, здесь у нас Рафаэль, здесь у нас Леонардо, и здесь у нас навозная муха. Поэтому сейчас мы эту мушку-то... Да вообще-то мы их всех разберем с полтыка. Давай, бросим баллончик, этого будет им достаточно. Воу! Достаточно! Мондагека, а почему ты такой слабый? 21 и 22 уровень не смог завалить. Вот ты мне объясни, а? Ну как ты так мог лопухнуться? Я не понимаю этого. Разница в 30, там 4 уровня, и он так обделался. Да. Ну что, ищем тогда. По идее, должно быть 12-13. Но что-то мне подсказывает мое внутреннее чутье, что фиг нам дадут. Нам будут кружить 11-12 максималку, да? А 12-13 не дают. Блин, ребят, ну это плохо. Я рассчитывал, что мы будем по одному уровню получать в плюсе. О, есть. Есть, ребят. Долго просто приходится ролить. Вот, и как бы за вас переживаю, что вы будете это смотреть, наблюдать. Ну что ж, 12-13. Как ты видишь, уже 4 бойца у нас. Да что такое-то? Вот. Влупляй. Влупляй. И влупляй. Все. Без проблем. Ну вот 12-14 я уже что-то, ребят, сомневаюсь, что нам дадут. Дали. Причем сразу же. Прикинь. Вот это да. Даже не надо было уговаривать их. Так, ну бойцов еще пока у нас 4. Хочется, чтобы их уже было 5. Так, масуха есть у кого-нибудь? Конечно, есть. Ловите, ребята, фляжечку горячительного напитка. Ага, нормально. Шикардосик. Ну и двигаемся дальше. А, вот оно что. Мы в элиту 2 звезды пока не перешли, ребят. Ну какое 12-13-то? Чего вы там мне мозги-то начинаете пудрить? Вообще хочу получить... Блин. Сейчас, по-моему, доиграюсь, и 12-14 больше мне не дадут. Ладно, фиг с ним. Придется идти на их, ребята, условия. Видимо, то, что мы с тобой не перешли в следующий ранг, нам вот запороли такую штуку. А ведь это минус один боец, потому что уже, когда будет следующий поединок, там нам будет доступно 5 бойцов. То есть, вот посчитай, сколько мы с тобой поединков просто сфейлили. 2. А то, гляди, 3. Непорядок.
Ну, Эйприл, ну куда ты? Ну куда ты там со своим смартфончиком дешманским этим лезешь? Хилять она там решила. Никаких хилов не должно быть вообще у тебя даже на уме. Все, двигаемся дальше. 12, нет уж, давай ко мне уже тогда 13-15, наверное. Вот, вот, есть все-таки 13-15 здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ну что же, 5 бойцов, соответственно, начинается вот отсюда уже полный комплект кубков у нас. Сейчас будет Карайка ходить, наверное, да? Нет? Тогда Кирби. Карайка уже не будет ходить вообще. Так же, как и Маузеры, и так же, как и Майки. И Донателло. Эйприл, ну успокойся. Успокойся, радость моя. Тебе здесь делать нечего, и тебе здесь никто не рад. Ну что, элита 3 звезды. Позиция у нас 59-я. Так, 13-15. Попробую сейчас найти... Во, 13-16. Уровень у бойцов 36-й. Я думаю, что пока наши бойцы могут справляться с вражиной. Так, тут надо в первую очередь, наверное, Лео как-то покрошить. Тырич, да ладно тебе, что это за... Ну что это, ну... Ну-ка, Масуха. Отлично. Так, вот этого сейчас еще надо уронить. А дальше все ерунда. Этот начинает тут... снимает негативы, которых и нету. Этот вообще не попал. Бумс. Ща, парень, подожди. Все, отдыхай. Лежи и расслабляйся. Идеальная победа. Итак, мы переходим. Да, мы переходим в самураи. 85-е место. 13-16 дают нам уже на автомате. Раз, два, три, четыре, пять. Враг еще до сих пор топчется на 34-м месте. Ну что, давай тогда массовую сделаем. Лапекс, лисичка, сестричка. Вьюх, нормально, минус двоечка, плюс бомбочка на добивку или как? Сможешь добить всех? Нет, одного все-таки не ушатал. Рафаэльчика не потянул он. Но, тем не менее, все равно довольно быстро произошло здесь. Ну да, да, да. 14-17, сразу же, сами, на автомате. Молодцы, красавчики. Вот я теперь их одобряю. А то кружили мне там, извини, мозги. И давали все заниженное. Такое нам не надо. По заниженке. Нам нужно по максималочке. Давай-ка, Кунаичи. Тырич. Да не добьешь их? Так, отлично. Кстати, Донни тоже неплохой боец для платинового ранга. Почему? Потому что, ребята, он хиллер, он баффер, и он еще и к тому же имеет массовую атаку. Надо будет на будущее как-то учесть. Так, 14, может быть, дадите мне все-таки... Вот. Дали. Раз, два, три, четыре, пять. Новоиспеченный пиццелицей платинового ранга здесь. Ну что же, давай вызовем дурачков. Болванов этих двух. Танец, буги-вуги. Теперь удар по земле. И бросаем вот эту плюху. Эта плюха, кстати, очень мощная. Вот эта вот атака, когда он плюшку эту в середину бросает. Урон колоссальный наносит она. А мы уже с тобой в Лиге Самураев 3 звезды, но позиция у нас сотая. 14, может быть, попробуем 15-19. Вряд ли, да? До 15-19 они считают, что мы еще не доросли, наверное. Хотя, вот мне кажется, если долго-долго, может быть, часа два вот так вот сидеть, пытаться, можно получить.
Но у меня, ребят, нет столько времени. Вот этот вот шанс выпадения 15-19 искать. Все, хорош уже. Так, ну что, 43-й уровень у противников. У нас пока... О, мы уже на 60-й пришли. То есть 18 уровней разницы. Это довольно неплохая. Существенная даже, я бы сказал, разница. Так, давай бросим флягу. Угу. Добить сможешь? Так, шинигами добила. Ну, здесь можно посохом пойти с разбега. Тыч, Ванька жив. Тут Рафаэль включается в гневе. На, Ванька мертвый. Рубаш. Этот сразу как трус в инвиз уходит. А Рук сидит такой: а, я-то чё, я-то чё, ой, бомбочки, гранатки. На, и фиг к ним. Ничего не помогло ему. Пумс. А у него еще и меткость, смотри-ка, повышенная. Она ему не пригодилась. Так, ну что ты там, Майки, получил? Получил. Ну и мы поехали далее. Какое там место? 50-е, да? 47-е. 15-19 дают. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Слушай, ну мы даже еще до Лиги Сюгунов не дошли. А бойцов уже 70-е уровни пошли. Да, до Лиги Мастеров мы, наверное, не дойдем сегодня. Что-то не получается у меня по персонажам как-то. Не все гладко. Вот, это только мы в Сёгуны пришли. Опять сотое место. Да что ты будешь делать-то? 15-19. Не знаю. Ну, скорее всего, не дадут. Хотелось бы, конечно, получить 16-20, но... Есть, видимо, какой-то определенный барьер в игре, выше которого ты спрыгнуть просто не сможешь. Вообще спустили меня до 14-18. Молодцы. Эй! Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Эй! Придется брать, ребят, пока вообще еще ниже на уровень не опустили. Ну, Лига Сёгунов 2 звезды будет. Даже, возможно, 3 звезды мы получим. Крысы. Тырич. Хорош крысиный король, да? Так, смотрим. Лига Сёгунов. Ага, все, нормально. Так, 15-20. Ну да, 15-20 нам и нужно было. Раз, два, три, четыре, пять. Так, Лига Сёгунов 1 звезда. Ну сейчас будет, наверное, Лига Сёгунов 2 звезды, скорее всего. Тюх, кунайчиками. Плюс крик души. Вау, на тебе. Тыч-тыч. Хобана. Бамбарбия Киргуду. Ушатали мы их, короче. Так, по-другому и быть не могло. Ать, зажопили, да? Зажопили мне Лигу Сёгунов. Две звездочки. Нет уж, давай-ка без 15 свои 19. Убирай подальше это все. Нас интересует только крупняк. Кто тут у нас? Зэка возьмем. Возьмем зэка. Да, нам не хватит, как всегда, одного поединка, наверное, чтобы перейти в Лигу Мастеров. Такое, как всегда, бывает. Тыч. Сплинтер упал, надо же. Ну и прекрасно. Просто великолепно. Так, перелетаем. Лига Сёгунов 2 звезды. 60. Тут два поединка как минимум надо будет. Раз, два, три, четыре, пять. Не, не хватит. А почему не хватит? Потому что мы с тобой два раза получили один и тот же уровень. Дрались. Чтобы нам получить Лигу Мастеров за одну заходку,
У нас каждый поединок должен прибавляться по одному кубку. Только в этом случае, ребята. Если этого не будет происходить, никакой Лиги Мастеров тебе не светит. Это я уже убедился. Да, буквально не будет хватать опять же одного уровня. Это прям какая-то тенденция. Там даже смысла нет убрать откаты. Просто отыграем втроих и все. Тут достаточно будет одного Леонардо. А, нет, недостаточно было, оказывается. Леонардо, ты что-то сдаешь, парень, позиции-то. Вот у нас Лига Сёгунов, ранг 83. Ну, как я тебе и говорил, одного поединка, как всегда, не хватит. И нечему тут удивляться. Раз, два, три. Даже хоть ты тут всех возьми, все равно нам не хватит перейти. Ну что, залп Кренга и все? Или Майки будет первым ходить? Первым будет ходить Майки. Ну а дальше Кренг. Я так думаю, что он ушатает всех. Конечно. Конечно же он всех валит. Ну, старался, пытался, но ничего не получилось. 67-я позиция. Да. Ну, раньше мы хотя бы с тобой где-то вот один поединок, два не хватало максимум. А тут что-то вообще... Вообще фиговенько все вышло. Ну что, ребята, вот такой у нас был сегодня маленький буст. О, моя любимая черепашья буря. Угу. Ты посмотри, сколько у нас откатов. 16. О, вот что я хотел. Вот что я хотел, друзья мои. Фух, найс. Вот, и этот. Ну что, тогда давай быстренько пробежимся по... Да ядрен матрен. Ну тут, в принципе, без разницы, можно и здесь подраться. И пофармим наши жетоны. Как ты понял, на той неделе у нас что-то не особо все хорошо получалось. Мы пытались пофармить Рокула, и, по-моему, он нам так ни разу и не выпал. Обидно, конечно. Очень обидно. Я бы за это время, сколько я там слил откатов, это я бы мог бы с лихвой приобрести нужное мне количество жетонов, чтобы приобрести уже так просто в магазине ДНК. И то был бы от этого толк. Ну что, теперь фармим. Поехали. Камень Талик. 2 доллара. Вот они, жетоны. Радарные маяки. Еще жетоны. И еще жетоны. И еще. А самое главное, что мы тратим всего лишь 2 отката и 3 сыра на вот это все удовольствие, которым мы сейчас занимаемся. И нам нужно 720, да, по-моему, для того, чтобы приобрести 3 ДНК на Рокстеде. Так, последние 2 попыточки и последняя попытка. Все, ребята. Итого 660. В следующей серии мы накапливаем и приобретаем 3 ДНК на Рокстеде. Так, мутагена у нас 16 тысяч. Соответственно, Рафаэля я не смогу пока прокачать. Где он там у нас прячется опять? Куда этот Рафаэль все время прячется от меня, а? Вот он. Так, что нам нужно? 6 книжек. Еще попробую их получить, эти 6 книжек. Есть одна найдена. Сырный, блин, телефон. Так, вторая, да? Третья, ладно, хорошо. С
пускай будет только три книги у нас. Точно там? Блин, нет, надо найти. Четыре. А, все, пицца кончилась. Ну что, дорогие друзья, тогда на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.